Девочки и мальчики, я хочу поделиться своей покупкой с шестого каталога. Сумочка. Шикардосная сумочка, как я к ней присматривалась. Несколько каталогов. Я прям вот думала, покупать, не покупать, покупать, не покупать. Смотрите, какая она классная. Вы знаете, в каталоге она, конечно, смотрится не так. Но когда я ее получила, это вообще шикардос. Она прям такая благородная, хочу сказать. Вот смотрите, внутри все прошито, карманчик, да, в принципе, карманчиком я особо не пользуюсь всегда внутри, но чтобы внутри была прошивка и подкладка вот такая трепишная в Oriflame, это, ну, как бы не часто бывает в сумочках. И смотрите, она вот такая вот, если говорить на лето, я ее на лето взяла для того, чтобы вот у меня вот есть сандалики такие золотистые. И под сандалики я их буду носить. Ее. Вообще, я в восторге. Я просто влюбилась. Я просто не пожалела, что я ее заказала. Смотрите, если говорить относительно каталога, то каталог, вот если загнуть, он поместится вот сюда. Вот. Целый он не поместится. И вот она такая небольшая, но красивая, элегантная, эффектная сумочка. Форму, я думаю, она будет держать. Это просто она... С коробки она с заказа пришла, она, естественно, еще не приняла свою форму. Туда, если положить все, дно выправится. Очень красиво, очень элегантно, очень красиво. Прям девчачья сумочка на лето. Рекомендую.